Москва. Год 2022. Уже мало что здесь напоминает столицу великой державы. Из-за постоянной экономии электричества город практически в полумраке. Словно тени великанов нависают небоскребы. На улицах грязь, почти не видно ни людей, ни машин. Когда-то цветущий мегаполис превратился в город-призрак. В новостях слишком часто стали говорить о совершенных терактах. Сегодня около 9 часов утра на Савеловском вокзале прогремел мощный взрыв. МВД сообщает как минимум о 7 погибших и 30 пострадавших. Очевидно, что это очередной теракт, направленный на дальнейшую дестабилизацию ситуации в России. И сегодня же около 15 тысяч человек пришли в Москве на Манежную площадь, чтобы сказать свое «нет» политике сепаратизма нового президента. 4 года назад до этих событий в 2018-м сбылись самые мрачные прогнозы. На президентских выборах победил представитель коалиции либеральной оппозиции и националистов. Его главными лозунгами были «Россия для русских» и «Народцы вон из страны» и «Хватит кормить Кавказ». Новый президент методично исполнил свою программу. Финансирование северокавказских республик было прекращено. Одна за другой они выведены из состава Российской Федерации. Северный Кавказ, ставший независимым, погряз в нищете и коррупции. Практически не осталось централизованного управления. Кланы раздирают некогда цветущий край на куски. Теракты происходят практически каждый день. Местных экстремистов финансируют радикальные исламские страны Ближнего Востока. Их главная цель, которую они практически уже достигли, создание на территории всего Северного Кавказа Кавказского эмирата. После того, как Россия осталась без Кавказа, началась цепная реакция. На улицах появились новые лозунги «Зачем нам Дальний Восток?» и «Сибирь для сибиряков». Через 2 года вслед за Кавказом из состава Российской Федерации выходят Сибирские и Дальневосточные федеральные округа. Теперь они под протекторатом Китая и Японии. На Урале хозяйничает НАТО. Когда-то великая держава сократилась до размеров нескольких областей в центральной России. Так Москва стала городом-призраком. Будущее, которое мы вам показали в начале фильма, это всего лишь мечты некоторых западных и российских политиков, негативные прогнозы футурологов и псевдоученых, которые утверждают, что России в 2022 году как государство в нынешних ее размерах они уже не видят. Территорию Российской Федерации из-за ее богатых недр хотят разорвать на куски. Такого развития событий допустить нельзя. Это задача всех здравомыслящих людей. Это, в первую очередь, внешняя угроза для нашего государства, которое очень много желающих, которые не хотят видеть сильную, независимую, такую мощную страну, как Россия. Поэтому то есть, деструктивные силы начинают как-то внедряться. При этом надо понимать, что Кавказу без России, так же, как и России без Кавказа, лучше от этого не станет. Только хуже. За ужасными картинами псевдобудущего с расчленением нашей общей страны стоят вполне реальные современные стереотипы о Северном Кавказе. Они строятся на новых и очень опасных негативных и постоянно культивируемых мифах. Самый главный из них – Кавказ чужой, его надо отделить. Этот миф должен быть развенчан в первую очередь. Вкладывают голову людям, в том числе, наверное, в неделю один раз обязательно, как в центральных, так и в других, там и в желтой прессе, обязательно появляется негативная информация про кавказцев. Я понимаю, что сегодня можно рейтинг поднять спокойно.
сейчас выйти на Красную площадь там, или там, на трибуну где-то сказать, там, что Кавказ надо отделить. И вот этот негатив, который выливается, выдергивает личности, он в последующем отражается или откладывается в сознании среднего жителя России. Погромы в городах России. Русские марши. А также политики, использующие национальную карту в своих интересах. Они играют на наших чувствах, а мы озлобились и сами создаем себе отверженных. Нам так важно найти виноватого, на которого было бы легко списать все свои беды. И это подпитывает миф о том, что Кавказ чужой. Чего проще, да, найти врага и списать на него все существующие проблемы. Россия переживала такие периоды и перед революцией, и после революции. Мы всегда с кем-то воевали. Воевать с Кавказом беспредметно, потому что, во-первых, это часть России, за которую сама Россия заплатила весьма и весьма дорогую цену. И Кавказ такая же составляющая часть России, как Омская, Новосибирская или Воронежская область. Но те, кто желает раздробления и ослабления России, пытаются сделать все возможное, чтобы мы собственными руками запустили цепной механизм развала страны. И многонациональный Кавказ лучше других областей подходит для стравливания наших народов и начала операций по разделению Российской Федерации. Это главный и самый, наверное, тяжелый фактор такой, который в сознании людей существует, это фактор того, что Кавказ чужой. Ну, в основе своей для россиян, для людей, которые не живут на Кавказе, да, все, что связано с Кавказом, воспринимается как чужой, угроза, образующая, составляющая опасность. Таким образом, уже не провокаторы, а обычные граждане России подпитывают опасные мифы. Но когда мы говорим о том, что Кавказ чужой, что он слишком дорогой, что он лишний и его нужно отделить, давайте подумаем, а что мы под этим подразумеваем? Понимаем ли мы сами, что мы хотим отделить? Какую часть Кавказа? Он есть и северный, и восточный, и западный, и сюда входят и Краснодарский край, и Адыгея, и Карачаево-Черкесия, и Ставропольский край, Кабардино-Балкария, Дагестан, Чечня и Ингушетия. То есть мы что, отделяем кусок России от моря до моря? Все чаще мы слышим, во всем виноваты жители Кавказа. Это они, а не кто другой, постоянно провоцируют конфликты. Их боятся. Поэтому на подъездах наших домов появляются объявления «Сдам квартиру только славянам». Видимо, сегодня деструктивным силам очень хочется, чтобы в массовом сознании утвердился еще один миф. Миф о том, что жители северокавказских республик опасны. Фраза «Преступление было совершено выходцами с юга» сегодня выглядит как привычный журналистский штамп. Если начинается любая там, я бы сказал, там, процедура там, противостояния Кавказцу, начинается с одного человека, который просто совершил преступление, бытовое или какое-то, то в последующем это выливается на то, что все кавказцы, которые живут в этом городе или в этом регионе, профессора, академики, которые там вложили огромное количество сил, знаний для того, чтобы этот регион процветал, в том числе, даже их-то всех пачкают. Все попытают под разряд неугодных, которых надо сегодня-завтра выселить. В чем же причина появления неприязни к жителям Кавказа? Да никто тебя не слушает, а! Конфликт возникает, когда представители северокавказских республик ведут себя вызывающе, чувствуя свою безнаказанность. Они могут сделать почти все, что угодно, зная, что это им сойдет с рук. Потому что за свой проступок просто можно купиться. И это главная проблема, которая потом вытекает в неприятие Кавказа и выходцев с Кавказа в других регионах России. Нет протеста к национальности. Есть протест к тому, чтобы представители национальности становились теми, для кого законы не писаны.
Только тогда, когда человек чувствует себя безнаказанным, он ведет себя не так, как вел бы себя у себя дома, среди своих родных и близких. Сегодня в сознании людей культивируется образ выходца с Кавказа как агрессивного, готового любую ситуацию решать лишь при помощи оружия. Так ли это? Оружие, особенно кинжал, для местных жителей – дань традиции. Его обязан носить на поясе каждый мужчина, начиная с детского возраста. Даже во времена Советского Союза разрешалось носить кинжалы как атрибут этнической одежды. А что касается стрельбы на свадьбах и улицах, то это такая же традиция, как и ношение кинжала. Но любили в горах вот пострелять на свадьбу от избытка переполнения их чувств. Но вот приходить в чужой монастырь со своим уставом, конечно, непозволительно. Просто потому, что такие проявления избытка чувств воспринимаются обществом как неуважение. Также воспринимается обществом как демонстрация своего превосходства. Современные негативные мифы о конфликтности кавказцев наносят непоправимый ущерб тем древним истинным легендам об их открытости и дружелюбии, которые складывались веками. Когда Бог делил землю между народами, миролюбивые горцы, как обычно, пировали, провозглашая свои долгие и мудрые тосты. Поэтому они пришли к Всевышнему самыми последними. Чтобы не оставлять их без владений, Бог отдал им ту землю, которую оставил для себя – Кавказ. С тех пор живут на Кавказе люди редкой доброты и гостеприимства. У горских народов гость всегда воспринимался как посланник Всевышнего, а значит и отношение к нему должно быть тоже особое. И даже если в гостях случайно оказался человек, с которым ты в раздоре, встретить его ты должен как родного брата. Кто знает, может быть, таким образом Всевышний дает понять, что пришло время забыть и простить старые обиды. Бывали случаи в моей компании, когда парень там с Екатеринбурга мог напиться хорошо, мы сидим в компании, он мог напиться, и начинает разговор за столом так же, как и в Екатеринбурге. Там, где на него внимание никто не обратит, это обычный разговор. А здесь это, ну, как ядерная бомба за столом. Когда его там никто ему ничего не говорит, понимает, что он откуда приехал, просто там, Вася, Петя, давай, пойдем, отдохни, отоспись. То есть это тоже очень, и никаких конфликтных ситуаций не вызывает. Даже если какая-то компания не нравится за соседним столом поведение этого парня, им объяснять, это наш гость, это наш гость. Этого достаточно. С незапамятных времен, от рождения и до самой смерти, на Кавказе жизнь человека регулируется существующими здесь законами гор, а датами. Они позволяют мирно жить и уживаться многочисленным народностям Кавказа. Уважать своих соседей, в том числе и русских, с почтением относиться к гостям. А даты помогают сохранить мир на Кавказе. Ни законы шариата, ни закон светский, а не писанный свод законов гор, основанный на древних традициях, во многом и сейчас определяет правила жизни народов Кавказа. Я стараюсь сегодня жить, ну, по тем правилам, которые мне прививал мой отец. То же самое я сейчас стараюсь перекладывать там на своих детей. Ну, это элементарные простые вещи. Уважение к старшим, к женщине, к детям. Вообще простым, нормальным людям. А в повседневной жизни народы Карачаево-Черкесии живут рука об руку. И это не такие не громкие, не пафосные слова. Это вот я предлагаю даже вот просто выйти сегодня, прогуляться по городу, поехать в любой район. Вот в любой район Карачаево-Черкесии. Вот посмотрите, как вас будут встречать. Традиции миродушия и щедрого гостеприимства славились и русские. Но после распада СССР жители Центральной России стали более обособленными и озлобленными. Не все смогли оправиться от резкого перехода из социализма в капитализм с его либеральными ценностями, когда каждый за себя.
Поэтому, например, в Москве современные жители часто не знают собственных соседей по лестничной площадке. Произошло отторжение на уровне менталитета между народами, которых связывает многовековая дружба. Кавказ для нас никогда не был чужим. Именно дружба и добрососедские отношения стали стимулом к заключению Кабардинского трактата в 1578 году. Это событие, о котором принято говорить как о начале объединения России и Кавказа. Желая защититься от нашествия крымских татар, кабардинские князья попросили русского царя взять их под свое крыло. Союз народов закрепили браком Ивана Грозного с дочерью кабардинского князя Темрюка Марией, памятник которой до сих пор стоит в центре Нальчика. Подобные памятники можно найти во всех республиках Северного Кавказа. В Осетии, например, установлен монумент «Екатерина II принимает осетинский народ в российское государство». А у жителей Карачаево-Черкесии есть свой символ дружбы наших народов. Эту стелу возвели в 1957 году в честь вхождения народов республики в состав России в XVI веке. Выражение «русский и черкес братья навек» для настоящего кавказца не пустой звук. Сегодня, как утверждают этнографы, на Северном Кавказе, кроме русских, проживает около 50 народностей. И у каждой своя культура и обычаи. И все равны. Кавказ неоднороден, многонационален и потому уникален. И это так похоже на то, что принято называть Большой Россией. Как же получилось, что мы перестали друг друга понимать? Когда мы задаем вопрос кавказцам, мы говорим, почему вы так себя ведете, мы забываем о том, а кто кавказцам сказал, а как надо себя вести. Человек будет себя вести и может себя вести только так, как он знает, как его научили. А он знает, его научили так, как себя вести дома. Поэтому он на Красной площади танцует лезгинку. Когда к нам, на нашу землю приезжают другие люди, кто-нибудь рассказывает про наши традиции, про которые мы забыли, к сожалению. Вот если бы мы помнили эти традиции и рассказывали, и показывали, тогда бы мы и могли бы спрашивать и говорить, ребята, мы вам сказали, как надо себя вести? Ведите себя так. Кавказец, нарочито танцующий лезгинку на улицах российских городов, в самом центре Москвы, раздражает и пугает местных жителей, возмущает. А раньше лезгинка вызывала умиление и восхищение. Но то время ушло. И вернется ли оно когда-нибудь, неизвестно. В нынешней ситуации вести себя так непозволительно. Я их спрашиваю, почему вы это делаете? У них кто-то, а почему нам? То есть почему там русский Вася может ГПК станцевать там, ночью прокричать, эх, мороз, мороз, и его никто не трогает. Выйти пьяным, материться, кричать, его никто не трогает. Или в худшем случае его просто в отделение забирают, как заношитель. А нас выставляют сразу же, чуть ли мы не изменник Родины. И вот этот вызов, он выталкивает из молодежи протест. Я им говорю, ладно, вы танцевали. Почему не танцуете лезгинку? Почему вы оскорбляете лезгинку, сам танец, саму культуру наших народов кавказских? Сегодня, как это ни парадоксально, те, кто танцуют лезгинку на площадях современных мегаполисов, сами же подпитывают миф о том, что они дикие дети гор и разрушают древнюю легенду о танце любви и страсти. В одном из горных аулов заприметил молодой джигит красивую девушку, от которой невозможно было оторвать взгляд. Она была стройна и красива, словно лебедь. Мягкими и плавными были движения юноши, когда он начал описывать круги вокруг девушки. Все быстрее и громче звучала музыка. Охваченный страстью, юноша поднялся на мыски. Молодой джигит, словно горный орел, гордо раскинул свои руки-крылья и продолжил кружиться в искрометном танце, в котором он выразил всю свою вспыхнувшую любовь. Так родилась лезгинка. Лезгинка – один из символов Кавказа и культурное достояние России, способ самовыражения. Стоит ли такой красивый древний танец использовать для выражения протеста,
противопоставления народа. Выражать свою любовь к танцу, ну, у нас в традициях это принято обычно на свадьбах, на каких-нибудь праздничных мероприятиях. Вот, ну, можно записаться там в танцевальную секцию какую-нибудь или там в ансамбль. Танцуйте, ради бога. Но вести себя вызывающе и демонстрировать, что вот, раз мы танцуем лезгинку, вот мы кавказцы, вот мы такие, я считаю, что это крайне некрасиво. Так лезгинка, которая исторически была способом проявления любви, постепенно превращается в идеологическое оружие. Кавказскую молодежь в этом активно поощряют, провоцируют, ей манипулируют. Экономическая ситуация в республиках, безработица, коррупция только способствуют этому. Молодые люди становятся добычей адептов экстремизма, которые пытаются убедить, что именно их устами разговаривает Всевышний и направляет на войну с неверными. Но кому из жителей современного Кавказа захочется увидеть свой край таким? В Назране отпраздновали первую годовщину полного запрета русского языка на территории независимого Кавказа. Вместо светских законов там теперь жесткие законы шариата. Дату отметили накануне – публичной казнью двух местных жителей, которые по некоторым данным использовали в речи русские слова, насмерть забросали камнями. Кому может понравиться такое будущее? Кто эти люди? Кто представляет деструктивные силы, стремящиеся к развалу России? Видимо, только те, кого не волнует жизнь простых людей. Им важны только природные ресурсы и количество нулей на своих западных счетах. А что станет с теми, для кого русские уже много веков братья, а русский по-прежнему язык межнационального общения? Русский язык стал языком, который собрал, систематизировал национальную культуру и дал возможность ей развиваться, дал возможность ее показать и идентифицировать. И в этом случае горстки национальной культуры, которые существовали, они вошли органичной составной частью такого понятия, как многонациональная русская культура. Благодаря русскому языку мы узнали уникальную культуру Кавказа. Например, творчество Расула Гамзатова, Назыма Хикмета и Фазиля Искандера. А горцы открыли для себя Михаила Лермонтова, которого многие здесь с гордостью считают своим. О своей любви к Кавказу, к его истории и древним легендам писали и Толстой, и Пушкин, и Грибоедов. Но сегодня не только предания и сказания о Кавказе волнуют жителей современной России. Степи и горы Кавказа помнят очень много. Одни племена сменялись другими, одна цивилизация сменялась другой. А место древних легенд заняли современные мифы. Сформированные в последние десятилетия в республиках Кавказа, они не просто искажают реальную историю, возвышая один народ над другим, но непосредственно влияют на ситуацию в этом сложном регионе, стране в целом. Они чреваты ее распадом, который нам, всем здравомыслящим людям, совершенно не нужен. Нам нужна как единая многонациональная Россия, так и в составе Евразийского союза. В серии нашего фильма мы продолжим рассказ о древних легендах Кавказа, о его современных негативных мифах и мрачных картинах будущего, которого допустить нельзя. Например, в последнее время стало принято считать, что жители Кавказа кровожадны, что ислам – воинственная религия, что женщина на Кавказе – никто. Так ли это? Может ли современный Северный Кавказ по-прежнему быть все тем же прекрасным краем, о котором сложено так много красивых легенд? Например, как это. Об одном короле, который направил своих вассалов искать рай на земле. И они его нашли именно на Кавказе, увидев уникальное по красоте место. Ущелье реки и каскад водопадов, потоки которого размывали пчелиные соты, не спадая на путников медовым дождем. Уже тысячи лет в районе медовых водопадов
живут история и природа, красота и любовь. Северный Кавказ достоин, чтобы его называли райским местом не только в древности, но и сейчас, в современной России.